итоги за неделю, что мы сделали. Значит, ну это видео, как я менял это колесо, вы все смотрели. Много комментариев было, конечно. Так не так, так можно, нельзя. Ну, вот не стал снимать второе. Вот тоже моего поменяли с Игорем. Поменяли. То есть вот диск, если диск хороший, он и есть хороший. А тот я оставил так, что при случае я просто диск потом там поменяю. Он мне тоже не нравится, как и некоторым моим подписчикам не понравился. Ну вот, все это дело у нас заняло полчаса. Вдвоем подручнее, удобнее. Также на навеске я вывесил, ничего не подставлял. Быстренько проехался маленько, корт там-там отошел. С Игорьком поставили, отбили, скинули старую, ну и поставили эту. Да, правильно говорят, что и писали в комментариях, что начинать надо отсюда бортировать. Просто я был один, мне было неудобно это все делать, а с Игорьком все так и сделали. Значит, по этому трактору у нас уже перед поменявший, зад поменявший, все, он готов уже к нашему сенокосу. Тьфу-тьфу-тьфу, вроде бы. Ну, пока все. Значит, еще покажу, какие, что мы за неделю сделали на других тракторах. Ну, на этом тракторе мы зацепили ковшик. Сейчас окучиваем навоз. У нас там возле поля вывезен. И сено старое. Окучиваем на нем. Так, на нем больше ничего не делали. Особо. Он у нас готов и в строю. Еще один наш трактор, это я его называю Тутаевский, мы его купили там. Значит, за эту неделю что он у нас сделал? И сеял, и сажал картошку. Значит, сажалка зацеплена. Зацеплена у нас там. Наверное, будет видео, покажу вам, как сажали. Сажалка, кстати, брал года 3 назад, наверное. За 40 тысяч. Ну, особо ничего не делали. Сажает и сажает. Так что посадили. А, сейчас отцепим сажалку, я покажу, там по навеске кое-что делали. И да, и вот еще новое, что мы сделали. Купил я все-таки, чтобы у всех одинаковые были фильтра. Поставили. Ну, вот и сеялка. А, за неделю она у нас, значит, в поле я показывал под сенокос. Сажали ей, видео было. Да, там почва была не подготовлена, так, но у нас тут было еще два огорода. Мы распахивали. И там все нормально. То есть она села, все прикрывается, все закрывается. Это особенность нашей сеялки, что она не СЗ-3,6, а СЗТ травяная. То есть вот еще добавка. Так мы ее вон маленько сейчас засобираем. Барашки поставили. Смазали ее. Где есть масленки, значит, семипроводы везде поменяли. Поменяли, вот поставили такие хомуты, не знаю, правильно, неправильно. Пишите в комментариях. Осталось кое-что там подобрали, кое-какие эти хомуты, вон еще проволочки остались. Сейчас да поменяем ее и, наверное, оставим здесь. Вроде так. Ну, сеет, не знаю, следующий год попробуем распахать. Кое-что еще. Смазка. Наляпали где. Пока у нас будет стоять. Так что вот еще два огорода засеяли. Посмотрим, что будет. Ну, пока сухо, дождей нету, так что и особо ничего не всходит. Сейчас Игорек отцепит ее. Посмотрим по навеске. О! О как! Как будто сосет, я тебе говорил, блядь, что где-то нахуй. Игорек вчера менял фильтр. И что-то вот так вот стало. А ты эти не менял шайбочки? Нет. Ладно. Сегодня день отработает, а потом ведь это, завтра посмотрим, откуда что, как уходит. Потому что как бы не течет, не видно. И вчера он как подтраивал
Сейчас. Сейчас покажет, он будет подтраивать. Так а что, солярка ушла, он и будет подтраивать. Чисто работает, не знаю. Сейчас отцепим еще. Давай быстрее. А то будет, блин, 10 минут видео, как отцепляли сажалку, блин. Да, кому что интересно, пишите. Что смогу, то сниму. Сейчас готовимся уже к сенокосу. Мучаем этот трактор так, как чтобы он у нас сенокос, было понятно, что он может делать. Сенокос. Пока вроде все делает. Вон сделали. Кидай, Игорь. Колок херовый, он не захерачивается. Вот так вот снимается он. Чуть еще отъедь вперед. Хорош. Сейчас кардан отцепит. Вот хотел показать, наверное, вот эти две трубки купил. У нас идут, вон есть железная. Сейчас мы ее маленько подогнем, поставим на место в хомут. А вторая у нас трубка вот загнута. Ее ремонтировать надо, но сделаем и также быстросъема сюда, как положено, вывезем. Как у них на МТЗ и должно было. Ну, некоторых так было, некоторые это, то есть это, как я понимаю, дополнительная опция в МТЗ была. Ну, посмотрим. Ладно, вроде бы все. Картошку посадили, это засеяли. Так, вот так у нас сейчас кабина выглядит. Купил я в интернете такое креслице. Сделали его, сейчас маленько здесь еще подделаем, но показываю сам процесс, что у нас получается, что выходит. Кресло понравилось, брал я его через интернет, какой-то там фирма Sonar, по-моему, 6000 с Москвы прислали, там и за доставку там 300 или 400 рублей, 6400. Так вот, в таком процессе сняли мы вот такую вот фигню, догружатель, и навеска у нас стала падать. Вот сейчас шплинта еще нету, не видели. Сейчас поставим. Нагружатель стал у нас навеску опускать. Сейчас мы его поставим на место и будем думать, как вот эти вот зубчики на трещотке убрать. Так что вот пока вот так вот. Дальше сниму процесс, что там как будет. Ну что сегодня делали? Вот это... Палец пытались на место закрутить, вставить. И Игорек у нас сделал вон какие эти облицовку на двери. Так, немного времени сегодня было. Так что вот все, что успели, сделали такие вот. Потому что постоянно в 80-ках здесь пустые двери сделали. Ну хоть этот, как ковролин, мазаться будет, ну и плевать. Зато аккуратненько все сделали на продажу. Маленько криво, потому что чтоб сиденье удобнее видно было, она маленько так высоковато и земли не видать. А так на болты ее посадили. Вот так у нас получилось. Теперь со второй стороны что мы делали? Вот здесь то же самое, так что
Как-то вот так вот. Здесь маленький дождь наискосок. Вот и все. Так завтра, наверное, будем внутри обклеим этой херней и все. А, еще коврик хотел сделать. Ну вот как-то так. Завтра продолжим.